Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят. Фу. Полиция Канады обнаружила плантацию. Ты кидал, блядь, там свинья делала? А так серьезно начинала. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 женщин. <свист> <свист> Ой. <свист> Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... <свист> <свист> Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ой. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамское весло. Помимо. Помимо медведей, Горюша, быстрее надо переключать. Ты еще не дочитала. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. По словам полицейских, когда... Еще раз. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. И тоже курят. Все конечно по утрянке, да ладно, дочитай уже по словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи хоть бы стояли уже, ладно Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, и могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти нашей страны, увы, будут вынуждены их усыпить. На этом выпуск события «Факты. Люди» закончен. Я увижусь с вами через неделю. А Микс ТВ продолжает свою работу в эфире. Всего вам самого доброго.